Уровень рек Селенга и Уда снова поднялся. Напомню, критическая отметка рек 330 и 400 сантиметров соответственно. И поскольку спада в ближайшие дни не ожидается, режим повышенной готовности продолжает действовать. Уровень воды реки Селенга составляет 185 сантиметров, рост на 25 сантиметров за сутки. Уровень воды реки Уда в черте города Улан-Удэ составляет 180 сантиметров, рост на 7 сантиметров. Уровень воды в двух реках будет продолжаться подниматься из-за выпавших обильных осадков в сельских районах. Ситуация остается на контроле. Также в ежедневном режиме мы возобновили обзвон председателей ДНТ, СНТ. Также ведем мониторинг по нашим вешкам, которые мы установили. Больше всего страдают жители прибрежных домов. Участки одних топит большая вода из рек, у других проблемы возникают с грунтовыми водами. В общей сложности более 20 домов сейчас находятся на контроле у городских спасателей. На особом контроле находится один единственный дом в городе Улан-Удэ. Он расположен в ДНТ «Весна». Вот он находится позади меня. Семью уже пришлось расселить, поскольку фундамент настолько сильно подмыло, что есть риск обрушения строения. Вернуться домой жители еще не скоро, только после того, как здесь проведут капитальное берегоукрепление. Напомню, что в Улан-Удэ работает оперативный штаб, в случае чего звонить можно по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 21 36 65. Юлия Пермякова, Евгений Павлов. Новости дня.